Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет видео о покупках бытовой химии. Неожиданно закончились все средства для стирки. И чтобы не напрягаться, я заказала в Острой Чистоты. У них есть доставка, это меня очень радует, хотя опять выросла цена. Минимальная сумма заказа 25 рублей. Совсем недавно я вам показывала видео, где минимальная была 15, сейчас опять выросла. Но не суть. У меня все равно получилось намного больше, поэтому... Если вы любите такое видео, оставайтесь со мной, желаю вам приятного просмотра. Все цены будут в конце в чеке. Итак, начнем с такого расходного материала. Это туалетная бумага. Заказываю сразу много, потому что и котам в лоток мы добавляем, и себе заказал и забыл, и не думаю, что нужно тебе купить. На 2 месяца стабильно нам хватает. Далее, вот такой пятновыводитель для белья. Не знаю, не пробовала. Я разведу его с порошком, чтобы добавлять сразу при стирке. И попробую также что-нибудь замочить. Посмотрим, как он будет работать. Сменила я своему Ленору. Взяла вот такой ополаскиватель для белья. Здесь 3 литра 77 стирок. Пахнет, кстати, ноты жасмина. Здесь не указано, чем он пахнет, просто green, зеленый написано. Но вот цветочный какой-то, нотки жасмина я там чувствую. Саша решила попробовать вот такой вот ополаскиватель для полости рта. Вот когда покушает, чтобы рот полоскал. Посмотрим, как он будет. Он у меня не глотает, полоскать умеет, пахнет мятной малиной. Решила попробовать Деонику спрей, а не шариковый дезодорант. Посмотрим, как будет работать. Что-то сейчас на лето, пока шариковый высохнет, так как-то не очень. Дальше Глорикс. У меня закончилось универсальное средство от Фаберлик. Я пока не делала заказ, поэтому взяла Глорикс. Его раньше тоже часто брала. Мне нравится он. Его не нужно смывать. Он и очищает, и дезинфицирует, удаляет аллергены. Так, Сашуля взяла поменять щетку. У нас такая вот Аквафреш на этот раз. О, с какой-то акулой даже. В общем, на сайте было представлено только розовое, но видите... Они, как чувствовали, положили на голубую для мальчика на присосочки. Аквафреш мы еще, кстати, ни разу не пробовали. Щетки. Мы сейчас частенько ездим в деревню, поэтому взяла вот такой пикник Family от комаров. Потому что комаров у нас очень много рядом озера. И они кусают. Мы-то ладно, мы взрослые, а Сашу покусали, он пораздирал болячки. Поэтому, чтобы это избежать, будем пользоваться спреем. Муж попросил на работу такие вот салфетки. У нас сейчас очень жарко. Сегодня вообще до плюс 30. Поэтому, чтобы протирать лоб, лицо. Так, еще одна покупка. Вот такие женские штучки. И последнее для стирки. Взяла Пурекс. Он, конечно, я его раньше брала. Он немножко пожиже, чем... порошок вот этой вот марки, который я вам показывала частенько. Но ничего, тоже неплохо стирает, в принципе. Я вам говорила, что если какие-то пятна, я все равно замачиваю, застирываю. Поэтому мне главное, чтобы порошок освежал одежду, ну, насколько это возможно, ее отстирывал и придавал приятный аромат. 122 стирки заявлено. Здесь у нас, по-моему, 5 литров. 4300. Вот. Поэтому неплохой. И взяла также сыпучий. Повторила покупку Зика. Я вам в последних пустых баночках ссылочку оставлю. Рассказывала, что я брала его. Мне понравился. Безфосфатный он. Хорошо стирает. Здесь 5 килограмм. Бюджетная цена. Сделан, ну, кстати, по-моему, в Чехии. Хотя написано, что немецкое качество. На этом все покупочки. Далее у нас с вами чек. Вот, вы можете видеть цену.
Кстати, на сайте предоставляется, если этот товар не на скидке, то при заказе предоставляется 15% скидка. Это тоже очень приятно. В итоге у меня скидка 6 рублей 31 копейка. Вот, видите. И вот общая сумма заказа. Кому интересно, остановитесь и изучите. Вот такой вот заказ из магазина «Остров чистоты. Бытовая химия». Напишите, чем из этого пользовались вы, каково ваше мнение. Мне будет интересно почитать. А я с вами прощаюсь. Всем до встречи в новых видео. Пока-пока!